Добрый день. Немного жалко расставаться с нашей Opel Corsa, но купили новый хэтчбэк и сейчас ездим на нем, а машина вот уже несколько месяцев стоит. Решили все-таки продать. 1.4, 90 лошадиных сил. Последние года 3 я поменял многие элементы в силу их естественного износа. Это передние и задние стойки, передние и задние пружины, это радиатор охлаждения двигателя, ну и давно уже там как бы аккумулятор поменял, он уже не родной. Мы временно осуществляли замену масла в коробке, тормозной жидкости. Все своевременно, поначалу все это делали у официального дилера, все есть документы, чеки. Машина достаточно экономичная, по трассе меньше 6 литров, по городу меньше 9 литров. Сильно установил вот шумоизоляцию. По салону, вот сейчас как раз решил его немножко еще почистить, сиденье, обшивку внутреннюю. И сейчас буду ставить новую кожаную оплетку руля. Сам пришью. Вот пробег родной. 97 тысяч километров. Ездили по асфальтовым дорогам. Ну, в основном раз в неделю с женой. Вот поэтому за 12 лет именно такой небольшой пробег. Соответственно, здесь видите автомат. Здесь кондиционер есть. Подогрев руля и передних сидений. Водителя регулируется по высоте. Регулировка руля по высоте и, соответственно, по вылету. Первые годы эксплуатации были потертости, поэтому заменили бампер и два крыла. И были царапины, покрасили, соответственно, крышку капота. Из таких ДТП сзади к нам вот прижимались лет 10 назад. Вот, соответственно, заменили задний бампер, все по страховке. Вот, и покрасили вот эту заднюю крышку. И вот заднюю дверь покрасили. Вот. Соответственно, давайте посмотрим. Багажник есть. 258 литров. Могу в подарок дать еще заднее сиденье. Сиденье. Здесь у нас ездили дети. Ну, вот сейчас они подросли, поэтому купили новую машину. Вот есть уголовники. Регулируются по углу наклона. Спинка. Два положения. Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Обслуживания не требует. Перекупы им не особо интересуются, потому что им требуются расходы, например, на то, чтобы там, не знаю, перекрасить весь кузов, да. Вот. В принципе, это и не обязательно. И так можно сесть и еще ездить 1050 километров. Вот. А если вам будут продавать автомобиль с большим пробегом, то, скорее всего, вам придется еще менять цепь привода двигателя. Данный автомобиль подойдет как раз девушкам, он в прекрасном красном цвете и хорошо рулится, по городу удобно ездить. Настоятельно рекомендую к выбору и покупке.